Национальное космическое агентство, крупнейший оператор такси и ряд машиностроительных компаний договорились о совместной разработке летающих такси в городских условиях. Первое испытание аппарата и программного обеспечения намечены на 2020 год, а к 2023 планируется запустить сервис в Далласе и Лос-Анджелесе. Летающее такси представляет собой электрический летательный аппарат, совместивший черты вертолета, дрона и самолета. Взлетать такой гибрид будет по принципу конвертоплана. Винты на крыльях сначала поднимают машину вверх, а потом поворачиваются и толкают ее вперед. Разгоняться такси сможет до 322 км в час. Салон рассчитан на 4 пассажиров. Идея по внедрению летающих такси в городскую среду становится все более популярна в мире. Первым на этом поприще рассчитывает стать город Дубай с немецкими волокоптерами. В свою очередь, авиастроительный гигант Airbus собирается поднять в воздух первое беспилотное такси к 2020 году. Тем временем в Лос-Анджелесе уже началось строительство взлетных площадок для воздушного такси на крышах небоскребов.